Следственный комитет продолжает расследование в отношении бердской чиновницы, занимающей должность начальника управления финансов и налоговой политики администрации Бердска. Напомним, что в ведомстве Ирины Вагнер за один год было выявлено два вопиющих факта растраты денег ее подчиненными. Бердский бюджет пострадал на несколько миллионов рублей. В действиях Ирины Вагнер Следственный комитет усматривает как минимум халатность, то есть ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе. Учитывая нанесенный материальный ущерб, это уже повод для возбуждения уголовного дела. По данным следствия, в 2015 году подозреваемая, имея в связи с смещением ей указанной должности в своем распоряжении ключи электронной подписи, обеспечивающие осуществление финансовых операций в отношении бюджетных денежных средств муниципалитета, размещенных на лицевом счете Управления Федерального казначейства по Новосибирской области, желая возложить свои обязанности по обеспечению бюджетных финансовых платежей на другое лицо, подчиненное ей по работе, незаконно передала приведенные ключи электронной подписи подчиненной ей 34-летней сотруднице, с которой находилась в тот момент в доверительных отношениях. Впоследствии с апреля 2015 по август 2016 года 34-летняя сотрудница Управления финансов и налоговой политики администрации города, имея доступ к осуществлению платежей с лицевого счета муниципалитета с целью хищения, перечисляла на открытые на ее имя, а также на имя знакомых ей лиц, принадлежащие муниципальному образованию города Бердска, денежные средства на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. По данному факту бердский суд уже вынес обвинительный приговор. Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Новосибирской области. Как пояснили в Следственном комитете, в рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка факту незаконной передачи подозреваемой своей подчиненной ключей электронной подписи. По уголовному делу в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается и будет завершено в установленные законом сроки. Наша телекомпания будет следить за развитием ситуации.